происходит? А что за фигня выхода? Блин! Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Пика, Арара, Форум, Черный, Макс, Робби, Тлекс, Жасминка, Слава Мерлоу и Трактор. Пацаны, поздоровайтесь! Всем привет! Этики-омлетики! Всем привет! Ребята, у нас сегодня новогодняя серия по GTA 5. Решили повеселиться, поугарать. Будем сегодня записывать битва на снежках. А в конце будет мясо, потому что будет битва на салютах. Если опять кушайте, приятного аппетита. И с наступающим Новым годом вас. А мы будем начинать. 3, 2, 1. Битва на снежках началась. Такое, кстати, я ни разу не записывал, потому что GTA 5 снег добавляет только раз в году. Поэтому мы решили максимально использовать эту фишку, чтобы повеселить своих подписчиков и зрителей. Надеюсь, вам понравится, вы поставите лайк, подпишитесь на канал. И кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд. Всех добавляю в Rockstar. Всех. Так, ну что, поехали? А, это коп, я чуть по копу не кинул. Тут копы, короче, ходят, контролируют, что правила никто не нарушал. Так, Серега, а ты где? За тобой. Секрет. Ай, уклонился. Мы взяли специально такую побольше территорию, чтобы было веселее. Ого, уже снежок в мою сторону летит. Ой-ой-ой, что-то я высоко кинул. А что такое? Не попал, не попал. Так, подождите, ребятушки. Давно не играл я в GTA 5, поэтому будем сейчас все вспоминать. Так. Пацаны, я вижу, встали уже в сторонке. Бам. На, есть, по Яэлам попал. А это был не игрок? А нет, это был игрок. Никнеймы иногда светятся, иногда не светятся. Ах, красиво уклонился, красиво, молодец. Там копы кого-то гасят. По копам кто-то кидал, наверное, да? Те, кто нарушает правила, вот и копы мочат. Да-да-да, кстати, ребята, все по-честному. Нарушил, коп уничтожил. Первого убили. Так, отлично. Так. Я еще, кстати, ребята, не умер, но у меня жизни очень мало. Это я в тебя попал. А, попали, убили. Ну, блин, секрет. Ну, ты такой молодец, убил меня. По секрету копы начали стрелять. А, за то, что он по мне кинул снежком? А я сейчас лес. Так. Мне теперь придется бежать немножечко. Ай. Ребята, так что на моем канале будет возвращаться игра GTA 5. Будем веселиться, угорать. В следующий ролик хочу записать погоню. Один будет чувак на КамАЗе, а все остальные будут за ним гоняться. И стрелять можно будет только по колесам. Так, сейчас мы немножко на снежках повоим, а потом будем в салюты. Когда стемнеет, будем на салютах воевать. Это будет жестко вообще. Так, а где Серега? Я хочу Серегу увидеть. Я тебя вот тоже хочу. Эй! Серега, он сзади был. Серега сзади был. И у него, кстати, у Сереги скин Терминатора. Так, это у нас Арара. Кто на вертолет сел? Эй, ну ладно, он с нами не участвует. А, он у него был. На тебе по мордасам. Он меня убил, он на вертолет вылетел. Эй, пацаны, вы чё? А, не попал. Тихо. Копы за вон, за челиком. Так, они не за мной. На тебе по плечу. А, попал. Так, а кто меня убил? Кулаками, нечестно, секрет. Бил. У нас начинается, ребята, веселье, угар. Да, мы на кулаках, я беру карамельную трость, новогоднее оружие, честно. Битва на салютах. Я мента убил. На. Да, я уже начал, потому что я вижу, что я не могу никого выиграть. На. Сразу три звезды. Я что, копа убил? Это был не игрок? Или это игрок был? Это игрок был. Дим, я, кстати, Rockstar, знаешь, какое оружие подарил? Так, отлично. Я вижу, салюты не у всех есть, да? Убили. Так, сейчас я хочу Серегу убить. Вот принципиально хочется мне Серегу замочить. Тебя охота бить. Я ничего тебе не делал хорошего, ой, плохого. Да. Я горю, помогите. Да вы зараза, вы что, издеваетесь надо мной? Чтобы не погасло. Вот это прикол. Ой, там вертолет падает. А! Кто это? Что за ужас? Серега, это не... А, вон еще. Да отвали! Чего?
происходит? А что за фигня выхода? Блин, да вы задроли! Я тоже кого-то замочил. Простишка. Слышь, ты, коп вонючий. На. Тут копов сейчас будет такая концентрация. Получилось. Да Серега, ты хорош, ты что, псих что ли? Издевается надо мной. Я вернулся, чтобы издеваться над тобой. Я понял, блин, а меня вечно выкидывают, фиг знает куда. Так, вижу одного негодяя. Повезло тебе, уклонился. А ты смотри, не могу попасть. Форум тебе. А, да блин, там стоял челик, да надо было его убивать, а не меня. Стоять! Стоять! Отвали! Отвали! Бочите его, пацаны! Ай-яй-яй! Ну красавелла, брателла! У нас жесткая битва! Кто там из пушки стреляет, а? Я слишком... Блин, я коп сбил! Да что за бахнали? Это пикер! Да вы задрали, блин! Да дайте хоть чуть-чуть пробежать! Смотрите, пацаны, наигранные! Ах ты тварь! Попал? Да, блин, меня взрывом оттолкнуло. Ееее, Серега, я тебя отомстил. Я тебя отомстил за те разы. Да блин, да вы задрал. Так это было уже с пулемета меня убил. А, так копы меня убили, а тварь, а. Зараза, смотрите, а. Жестко мочит. Вы психи, вы нормальные психи. Нормальные игроки. Мы давайте копы. Это слышь ты! Я буду ребята, уклоняться. Кто сейчас пригоню, кому надо. Надо текать, пока меня не убили. Ты что, с монтировкой? Мы не договаривались за монтировку! Что за бред? На тебе за это! Вы чё? Я же с вами по-хорошему. Так, мы справимся от Сереги, уходим. Блин, Дима, тут люди уже разное оружие. Тут, я понял. А, это коп был, извини. Это леденец был, Дима. На. Карамельный леденец. Отвалите, копы. На тебе, тварь. Дима, ты где? Я тебе подарок нам. Меня сейчас убьют опять. Вот это я головой ударился в вертолет. Короче, ребята, началась вакханалия. Я знал, что GTA 5 закончится вот такой вакханалией. Жестокой при том. Да вы задрали, Максик! Дима, ты там не обращай внимания, что он какой-то горячий буклер проехал. Отлично, отлично. Головой ляпнулся. Стоять, стоять! Блин, нахуй, закончились снайды. Надо, да, выбор техники. Дима, остановись с тобой. Отвали, тварь. Слышал? Я же попадал по тебе! Еще и снаряд прилетел! Вот это жесть! Это я тебе снаряд зарядил. Это ты? Да, жопа нюхают цветы. Ребята, ну что? Начинается битва на кулаках. 3, 2, 1, погнали! Серега, ты что, дурак что ли? Форум! Вы что меня? Да дай, дай я тебе... Серегу, бейте Серегу! Да ну чего вы меня сразу убиваете? Серега меня убил, представляете? Вот это быстро у нас битва на кулаках. Я понял, я понял. Пацаны, ну что, кто у нас остался? Я. А подожди, я уже не участвую, я наблюдатель. Я хочу посмотреть, кто останется последним в битве кулаках. Тот будет лучший игрок. Кто остался? Кто остался? Я проиграл. Я проиграл. Я еще жив. Так, я ой, вырубили копа. Копа вырубили случайно. А ты смотри, Дима, смотри, я просто буду двигать, а его сейчас копы замочат. Все, он выбыл, Дима, Максим выбыл. Его копы. Все, убили. Я один остался. Серега, ты остался? Васаби. Давайте, пацаны, я наблюдаю, как вы играете. Где вы? Где Васаби? Я тут бегаю по пирсу. Ну что, 3, 2, 1, битва на топорах началась. Обычный топорик, каменный. У меня нету топора, что ты на меня бежишь? Извини. Нет, Серега, это опять ты! Да вы что, издеваетесь сегодня вообще жестко? Ну я одного успел замочить. И меня, кстати, покромсали. Я троих замочил. Покромсали, жестко. Что? Зараза такая, а? Стоять! На!
нету топора, Дима, как ты? Ничего страшного. Ты что делаешь? Я буду топ... Ну ничего, успел копа замочить. Так, а где Серега? Где Серега? Слышь, ты, говно! А ты чё? Меня Дима выцеливает, да? Да, я хочу тебя убить. Секрет, подойди к машине. А ты найди меня сначала. Да найду, не переживай. Дима, не переживай. Ай-яй-яй, рубанул меня, блин, секрет. Ты чё? Да почему я... Я умер. На тебе, зараза. А, я опять на коп пристрелил. Ара-ра! Дима, Серега, как это? Что? Я хотел Диму зарезать, но мой персонаж начал резать стену. Это тебе за тот раз. Блин. Вообще сразу в голову. Ты смотри, топорист нашелся. Так, Серегу я, короче, не могу найти. Серега, закрысять ничего. Я закрысячу, это ты крысячу. Меня хочешь это. Голову есть. Буду мстить за те разы. Всем пацанам. Всем прям? Да. Я его сами ударил, его машина сбита. Зря ты так. А, да что это за оружие говняное? Воду мне выкинуло. А, блин, ножик взялся, говняный. Вот мы и встретились. Да блин, Серега, ну ты говно! Ногой меня в живот ударил. Да ты выследил меня, смотрите. Выследил и замочил. Ну подлец такой, а? это весело, я уже понял. Вот это у нас там в Ахадале творится, просто жестко вообще. Есть! Есть, Серега, я тебя убил! А, и меня убили. Вообще жесть. Но я все равно тебя убью больше. Да, Серега, ты меня больше раз. Все, кто записывался в ролике, хотят поздравить с Новым годом. Давайте, пацаны, начинайте, кто хочет. Давайте. Давайте сюда. Поздравляю вас всех с наступающим Новым годом, чтобы вот, короче, настроение было самое крутое, чтобы вам подарили миллиард подарков и чтобы вы никогда не болели. С наступающим. Так, кто еще хочет? Давайте я, ну, поздравляю всех с новым наступающим годом, 2023-м. Это, надеюсь, этот год будет лучше, чем этот. И, ну, и желаю вам удачи в следующем году. Так, отлично. Давайте я... Ай, пристрелился! Желаю вам всего наилучшего, чтобы к вам в дом пришел Терминатор и подарил много подарков. Отлично, отлично, про Терминатора. Серега, давай ты что-то скажи. Ну, в первую очередь хочу поздравить всех с наступающим новым 2023 годом, дорогие зрители канала Димас ТВ, чтобы у вас все было замечательно, чтобы вы жили в счастье, здоровье и любви. Что ставили всегда лайки и подписывались на канал. Димас, красавчик. Кто еще хочет, пацаны? С Новым годом. Ура! Это я. Давай. Это я. Всем с наступающим Новым годом. Давай я. Уважаемые и дорогие подписчики канала Димас ТВ, поздравляю вас с новым наступающим Новым годом. Желаю вам хорошего настроения, чтобы никогда не болели и вообще красавчики. Вот так, ребята, с Новым годом, с наступающими праздниками. Ура! Если понравилась эта серия и этот угар, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Поздравляю всех с наступающими новогодними праздниками, ну а всем отличного настроения и всем пока!